В Китае подвели экономические итоги декабря. Основные показатели инфляции, индексы потребительских цен и цен производителей показали разнонаправленную динамику. Розничные товары, цены на товары в декабре выросли более чем на 1,5%, тогда как оптовые продолжали снижение. Это показывает доклад Государственного статистического управления КНР. По данным ведомства, продукты питания подорожали на 2,7% в годовом исчислении, услуги и непродовольственные товары чуть более чем на 1%. Суммарный рост потребительских цен за весь 2015 год составил 1,4%. Это более чем в два раза ниже установленного правительством целевого уровня. В то же время индекс PPI, он отражает инфляционное давление на экономику со стороны производителей и экспортеров, неуклонно снижается уже 4 года подряд. В декабре он упал почти на 6%. Во многом это вызвало падением глобального спроса. Из-за этого многие китайские предприятия вынуждены прибегнуть к демпингу, чтобы оставаться на плаву. По словам экспертов, в перспективе решить проблему поможет внутреннее потребление.